Доброе утро. Доброе утро, Алечка. Доброе утро, Олег Петрович. Все хочу сделать вам какой-нибудь комплимент, но понимаю, что наверняка вы любой из них слышали 100 раз. Ну, такого я точно не слышала, спасибо. Вам как обычно? Да, все хотел спросить. А что у вас за духи? Ну, вообще-то я не пользуюсь духами на работе. Вот этот аромат. Шоколад, корица. Дайте-ка я угадаю. Мечта. Наверное, это просто смесь ароматов кофе. Я же в нем практически живу. Чем больше я смотрю на вас, тем больше убеждаюсь, что барную стойку вы давно уже переросли. О чем думает ваше руководство? Ну, мне не приходится жаловаться на руководство. Может, еще скучать буду по барной стойке. Что вы говорите? И когда можно будет вас поздравить с повышением? Не люблю загадывать, поэтому поживем, увидим. Алло. Мажор тебя требует. Говорит, типа, сейчас я вашему баристе покажу, что такое раф. Понятно. Ну, ясное дело, понты колотит. Ну, подойдешь. Конечно. Ну, тем более тебе это нравится. Что именно? Дрессировка мажоров. Ну, этот Гоша. Мамон пирожочек. Он у тебя уже полгода на коротком поводке, и все не срывается. Что же ты такого с ним делаешь, а? Уважаю. А он тебя? Неужели с мамой познакомил? Еще пока нет. Да, слушаю. Гош, это ты? Я просто... Говори потише, плиз. Что с тобой такое? Ты здоров? Я тебе час назад звонила. Да, все в порядке, просто, ну, спал как младенец и совсем звонка не слышал. Ну, слава богу, здоровый сон. Ты опять рубился в свои игры всю ночь. Все ты обо мне знаешь, Олеся. А ты как, уже весь центр кофею напоила, ну? Сегодня новую Бразилию смолола на пробу. Придешь попробовать? Не, слушай, извини, сегодня не получится. Ко мне мама должна заехать, ну, с инспекцией, понимаешь? А я еще все носки не собрал. Просто я соскучилась. Неделю уже не виделись с тобой. Тебе точно все в порядке? Ну, Лыжа, да все пучком, просто замотался немного. Я же по тебе тоже скучаю. Ну, правда. Может, на неделю пересечемся? Слушай, может быть, ты... Познакомишь нас уже, наконец, с твоей мамой? Алло, Гош. Алло, слушай, идея очень классная. Просто с моей мамой такие сюрпризы лучше не практиковать. Она дама не только собачка, но еще и с нервами. А нам же с тобой истерики не нужны, правда? Почему? Я должна вызывать у нее истерику. Алло, слушай, ну... Дело не в тебе, ты потрясающая. Просто маму надо подготовить. Давай отложим, а? Как скажешь. Аля, давай в субботу в ресторан махнем. Очень модное место, у меня друг там рулит. Кстати, тоже большой ценитель кофе. До субботы еще далеко. Слушай, я просто раньше, ну никак не смогу. Аля! Иду сейчас. Ладно, суббота – отличный вариант. Вау, ты у меня просто самая-самая-самая лучшая. Все, мне пора бежать. Я тебя люблю, пока. И я тебя целую. Пока-пока. Аля, да иду, иду. Здорово, олень. Ну что, оклемался? Во, я тебе говорил, не надо все полировать пивом. Ты даже первый тайм не досмотрел, мужик. Ну что, куда сегодня? Туда же? А,
что-то хотели, Константин Витальевич? Алена, у меня меняется расписание. Посмотрите, пожалуйста, когда свободны корты для сквоша. Минутку. Вы такой деловой человек. Наверное, на отдых совсем мало времени остается. Достаточно, если правильно планировать. Ну так что там? К сожалению, совсем неудобное время. Утро понедельника 9:30 и 18:30 вечер пятницы. Извините. Подходит. Запишите меня на утро понедельника. Хорошо, Константин Витальевич. Так, 5 минут выпить соку и дальше все по плану. Хорошего дня, Алена. И вам. Отличные Слуцкие тут. О боже, как же я попал? Вас кинули на деньги? Намного хуже. Пару недель без спорта и уже никакого иммунитета против красоты. А не слишком сладко для первой минуты знакомства? Ну а разве правда должна обязательно быть горькой? Пойдем потренируемся? А мы уже. Как жаль. А когда следующее свидание со спортом? Мы тут по средам и пятницам. Так, а может, в среду после тренировки посидим в кафе, обменяемся комплексами? Комплексами? Сексуальными? Да нет, на пресс. Ну, а в пятницу можем на ноги. В общем, это мой номер. Если решитесь, можем пойти в кино или в клуб. Спасибо. Мы подумаем. Подумайте, подумайте. Аленка, привет. С возвращением, Гош. Мы думали, совсем про нас забыл. Ой, знаешь, дела, дела. Слушай, я там видел машинку Слуцкого, он тут. Константин Витальевич на фреш-баре. Понятно, спасибо. Константин Витальевич. Ух ты, Скворцов, 100 лет тебя здесь не видел. Слушай, по-моему, Аленка к себе неровно дышит. Не интересует. А, ты типа ждешь большой любви, да? Нет, я типа не хочу проблем. Одна ночь любви, и потом она примеряет твою фамилию. Ага. Звонки с утра до ночи. Придется клуб менять, а мне здесь нравится. Так ты просто ничего не обещаешь? Встретились, потусовались, разбежались. И все, никаких претензий? Не буду спорить со знатоком. Хотя я слышал, что у тебя вроде как постоянная девушка появилась. Я сначала не поверил, думаю, вообще не в твоем стиле. Ну и правильно, что не поверил. Она, конечно, симпатичная, но ничего серьезного, Костян. Знаешь, что отлично. Ладно, бывай. Кость, слушай, я ее в субботу обещал к тебе в ресторан сводить. Организуешь, что ли, а? Не получится, сам. Стало за неделю бронировать. Ну, будь другом, ну ты же все можешь. Она так злится надо на меня, я от нее петля всю неделю. Ты не меняешься. Ладно, приводи свою звезду, будет тебе столик. С меня пиво. Ну да, ты ж пиво не пьешь. Пока, ребят. Пока. Пока. А, здрасте, вы в Прагу? Аль, привет. Валь, что случилось? Привет, мам. А ты что выглядишь? Привет, спасибо большое. Господи. Я тебя просила посидеть. Ты забыла, что ли? Я все помню, Сис. Ну, знаешь, какое прозвище у нашего декана? Форс-мажор. Вот он и случился. Короче, мне нужно срочно в универ бежать. Другого шанса пересдать не будет. Понятно. Ты бы хоть позвонила, я могла уехать сейчас. Беги, двоечница. Рано или поздно это должно было случиться. Ладно, я с тобой. Удачи тебе. Я опять все порчу, да? Ничего ты не портишь. Когда ты все портил? Ты голодный? Очень. Понятно. А где наши? А вот, наше такси. Здравствуйте. Прыгай, прыгай, быстрей. Наверное, нас уже ждут там.
Помни, что я тебе говорила. Веди себя хорошо. А нам куда? Вот туда, на террасу. Все. Добрый день. Добрый день. У вас заказано? Да, столик на имя Игоря Скворцова. Прошу вас за мной. Сюда, пожалуйста. Вот ваш столик. Спасибо. Приятного отдыха. Спасибо. Добрый день. Сейчас я подам меню, что-нибудь желаете сразу? Да, добрый день. Латте обезжиренный и молочный коктейль. С клубничным сиропом. Хорошо. Девушка, а пропустите меня, пожалуйста, я очень спешу. Я и сама спешу. Спасибо. Привет, мам. Привет, сын. Как дела? Только не говори мне, что ты опять в Праге. Хорошо, не буду. А что там плохого? Мне кажется, что ты слишком зациклился на этой теме. Я навожу порядок. Неужели в Праге такой бардак, что ты там пропадаешь с утра до ночи? Мам, мне все нравится. Что случилось? Когда ты последний раз виделся с дедом? Позавчера, а что? Ты случайно... Не забыл у деда палки для скандинавской ходьбы? Нет, не забыл, я ему их подарил. Костя, ну ты будто первый день знаешь деда. Знаешь, чем он занят? Не знаешь. А никто не знает, потому что он взял палки и ушел. Но палки для того и созданы, чтобы их взять и уйти. Что случилось? Ты такой же упрямый, как твой дед. Если он что-то собирается делать, это на 110%. Помнишь, сколько ему лет? Садовник сказал, что он ушел с самого утра, Костя. Посмотри на часы. Устыдись. Приезжай и забери у него эти палки. Чертовы. Мам, если дед целой компанией управляет, но с двумя палками он как-то управится. Ты меня услышал, сын? Хорошо. Услышал. Замечательно. Пока. Ладно, пока. Телефон абонента вимкнено або знаходиться поза зоною досяжності. Особняк господина Слуцкого. Элла Марковна, здравствуйте, это Костя. Добрый день. Деду звоню, у него мобильный выключен. Он очень занят. Михаил Степанович осваивает ваш подарок. А можете его позвать телефоном? Как вы себе это представляете? Элла Марковна, я же знаю, что от вас никто никогда не уходил и не уйдет. Даже наш дед. Возможно. Значит, за ним кто-то следит. Или садовник, или... Георгий. Сегодня его очередь. И можно позвонить Георгию и попросить его, чтобы он позвал деда домой. Не можно. О чем вы думали, Константин? Когда дарили ему эти палки? Понимаю, нарушим агентурную сеть, но... Вот зачем ему в его возрасте этот экстрим? Когда есть телевизор и мировые новости. Нельзя человеку, который работал всю жизнь, сесть на диван. Начнутся инфаркты, инсульты и бог знает что. Нельзя такому человеку останавливаться. Ну да. Значит так... Через 15 минут его Георгий якобы случайно встретит и... Или, может, пусть еще полчасика походит, а? Пусть полчасика походит. Извините. А, да, да, конечно. Thank you.
Машка, все завязано. С планшетом складываю его в рюкзак. Ты будешь как Гоша рубиться до утра. Но ведь ты от этого Гошу меньше не любишь. Иначе мне нечем опасаться. Кого ты такой умный, а? Я весь из себя. А коктейль уже можно пить или аппетит перебью? Подожди немного. Что-то Гоша опаздывает. У него это не похоже. А просто не знаю, что тебе купить. Розы или гвоздики. Хотя лучше бы танк дистанционкой. Только не вздумай ему об этом сказать, хорошо? Хорошо. Тогда ты ему скажи. И пусть не рассчитывай, что сразу назову его папой. Чего тебе? Мало того, что ты опоздал, ты еще и шифруешься. Костя, давай во дворик. Куда? Во дворик давай. Константин Витальевич, это наш новый бариста. Сделай мне эспрессо. Хорошо. Давай скоренько. Ты чего прячешься? Поговори с ней. В смысле? Я не знаю. Сделай так, чтобы она ушла. Куда? Я не знаю. Ну, чтобы не ждала меня и ушла. И потом тоже не ждала. Подожди, подожди. Давай проясним. Ты хочешь, чтобы я расстался с твоей девушкой вместо тебя? Она не моя девушка. Я тебе говорил, ничего серьезного. Ну, я с ней в кафе познакомился. Она бариста работает. Ну, красиво, весело. Виделись время от времени. Но потом она прилипла ко мне намертво. Так на кой ты ее сюда притащил? Развлекал бы как-нибудь бюджетно. Я тебе говорил, такая прилипнет, потом не отделаешься от нее. Ты прав, Кость. Ну, просто все было неплохо, можно было потерпеть. Звонки вот эти вот. Но она перешла границу. И что случилось на вашей границе? Она сына привела. Какого, твоего? Ты что, с ума сошел? У меня нет сына, это личный сын. Я к нему не имею никакого отношения. Она с мамой моей хотела познакомиться. Как не получилось, сына своего притащила. Он меня папкой хотел назвать. Я чуть не посидел, когда услышал. Кость, ну пойми меня, как мужик мужика, ну подойди к ней и скажи, Игорь больше не хочет с вами видеться, все. И она меня послушает. Тебя да, Костя, ну ты умеешь как-то так правильно излагать. Ну, будь другом, а. Ладно, попробуй ее как-нибудь выпроводить. Ну вообще, дружище, так не делается. И тебе придется с ней потом объясниться. Да. Давай, дуй отсюда, убирай машину с парковки, пока она ее не увидела. Кость, ее Аля зовут, Александра. Кость, позвони мне потом, хорошо? Ваш кофе по-восточному. Что заказал восьмой столик? Обезжиренный латте, молочный коктейль и кофе по-восточному. Интересный набор. Так, все за счет заведения и... Принеси мне бокал красного вина. Какого? Самого дешевого. Прошу. Я возьму. Спасибо. Можно меню, пожалуйста? Извините, ради бога. Как неловко получилось. Макёж, Костян, макёж. Примите мои глубочайшие... Что вы делаете? Да, конечно.
А я здесь старший, все, разумеется, за счет заведения, и мы обязательно оплатим химчистку и такси. Мне нужен срочно бокал белого вина. Ира, принесите бокал белого вина. Сухого. И раскраску с карандашами, пожалуйста. Конечно, Константин Витальевич, только я переживаю, у нас карандаши как-то. Ира, я уверен, вы найдете карандаши и придумаете, как занять ребенка. И на будущее карандаши и раскраска всегда должны быть. Танка будет достаточно. Спасибо. Саша. Константин. Александр, очень приятно. У меня здесь очень важная встреча, поэтому покажите мне срочно место, где я могу застирать платье. И мне нужно, чтобы пока я буду это делать, кто-то посидел с моим сыном. Боюсь, вам будет неловко. Может быть, стоит перенести встречу. Давайте мы закажем вам такси. Большое спасибо, но встреча очень важная. Столик заказан на имя Игоря Скворцова. Если он появится, скажите ему, что все в порядке. Я здесь, скоро приду. Ира, проводите гостя в мой кабинет. Думаю, там вам будет удобно. А я пока побуду с вашим сыном. Спасибо, Саша. Веди себя нормально. Александр, а вы нарисуйте пока танк, который вы хотите. Хорошо. Ну ты видел? Видел, я же говорил, она просто так не отвяжется. Слушай сюда, герой-любовник. Она, похоже, по уши в тебя влюбилась, до сих пор тебя ждет. Или просто ненормальная, что все еще не поняла, с кем связалась. Ты можешь прийти и сказать, что не готов к серьезным отношениям? Дел на пару минут. Не-не-не, Костян, она теперь еще и за платье злая. А ну знаешь, какой дорогой-то? Я его подарил. У нее сын больше мужик, чем ты. Костян, ты настоящий друг. Ничего себе. Значит, мы друзья, да? Интересно. Вот вино, как вы и просили. Спасибо. Ко мне там никто не приходил? Нет. Вам что-нибудь еще нужно? Константин Витальевич сказал, все что угодно. Этого достаточно. А Константин Витальевич ваш хозяин? Нет, управляющий. Но станет хозяином. У него дед-миллионер. Сеть ресторанов по всему миру. А Константин Витальевич его единственный наследник. Понятно. Золотой мальчик, значит, да? Где у вас уборная? Комната справа. А винные пятна случайно не солью выводятся? Винные спирты отлично выводят любые пятна. Красные легко можно вывести белым. Еще можно застирать после этого мылом. И дай бог удастся спасти платье. Я сейчас. Отличный танк. Ну, как там наша пострадавшая справилась? Я принесла ей вино, больше она ничего не просила. А еще она вас спрашивала, Константин Витальевич. Да, интересно. Что ж спрашивала? Ну, спрашивала, хозяин вы тут или нет. Золотым мальчиком вас назвала. Понятно. Побудьте с ребенком. Пора заканчивать этот цирк. Константин Витальевич. Ну, не сейчас. Да, чую, такси восьмому столику уже не оплатят. А кофе попробовал? Нет, не успел. Пойду переделаю. Не сейчас, мам. Повторяю свое предложение. Дедушка-миллионер, не учел стучаться? Выйдите, пожалуйста. Я повторяю свое предложение вызвать вам такси. Я же вам сказала, что я жду Гошу. Вы друзья, правильно? И поэтому я вам говорю абсолютно точно. Вы можете ехать домой. Скворцов не придет. Что с ним случилось? Он просто решил не приходить. Забить, проигнорировать, не видеть вас больше. Так понятно?
Я вам не верю. Если бы Гоша хотел со мной порвать, он бы пришел и сказал мне об этом честно, глядя в глаза. Мы об одном человеке говорим. Гоша честно порвать. Да чтоб вы знали, он с вами даже не завязывался. Так, интрижка. Он на другие отношения просто не способен. Поверьте мне, я его 100 лет знаю. Так. Я сейчас иду на веранду. Вас я больше не задерживаю, а Гошу я попрошу быть более разборчивым в выборе друзей. Пора бы уже понять, что мужчины не любят навязчивых дам, тем более с прицепом. Во-первых, вы хам, а во-вторых, у вас не умеют готовить кофе. Ужинаем дома, закажем пиццу. А Гоша не пойдет знакомиться? Нет, он занят, у него дела. Пойдем. Ваш кофе, Константин Витальевич. Завтра такой приготовишь — уволю. А она что? Что она? Звонит и звонит, наяривает постоянно. Прошу. А что я ей скажу? Ну, а что ты скажешь? А вот и я не знаю, что сказать. Я тебе покажу. Красивая? Красавица. Да, сладкая конфетка. Так а в чем проблема? Я не могу, когда меня за горло, понимаешь, не могу. Да что ты будешь делать, ну? Еще повторить? Да, давай, давай, давай. Все. Да, мам, прости, я замотался, забыл перезвонить. Костя, дедушка в больнице, срочно приезжай. В какой? В травматологии. Сейчас уточню адрес. Слуцкий Михаил Степанович. Поступил в травматологию. Травмы конечности и головы. Я его внук, где он? В приемном отделении, проходите. Как он? Голову, ушиб, коленом сильно ударился. Ну, так... Сейчас проводят обследование. Что случилось-то? А палки твои дурацкие. Споткнулся и упал. Ты серьезно? Нет, шучу я. Ну, как он умудрился-то, как, а? Костя, как он мог умудриться? Поставил твои дурацкие палки к дереву и забыл про них. Потом споткнулся, упал. Элла Марковна звонит, я говорю, не знаю, что делать. Еле убедил вызвать скорую. Ну, ладно, палки не такие дурацкие. На их месте мог быть любой предмет. Угу. Во, дед, кажись. Да! Ну, как? Ну, слава богу. Все паникеры в сборе. То-то у меня голова сегодня разболелась. Как вы могли, пап? Лена, я тебя умоляю. Или ты хочешь им еще пациента с аритмией подогнать? Слушай, ну, дед, ну как ты умудрился? Костя, никого не слушай. Палки просто чума. Я тоже думал, какая ерунда сначала, потом погуглил технику ходьбы, пошел. Правда, еще над чем поработать нужно. Есть. Так, ну, как вымете мозг врачу, так заходите. К моему отдру. Ну что, пошли к врачу? Да.
Ну что ж, будем переводить в хирургию. Как? Он не выглядит сильно пострадавшим. Да, он так не выглядит, но я смотрю, с ногой-то не все в порядке. У него раньше была травма колена? Да. Лет 5 или 6 назад на лыжах в Зальцбурге. У Михаила Степановича был день рождения. Он захотел на черную трассу. И время от времени колено действительно болит. Но мы думали, что это возрастное. Ну вот тогда-то он, скорее всего, и повредил хрящеобразную прокладку. Своеобразный амортизатор коленного сустава. Вот здесь вот очень хорошо виден разрыв внутреннего мениска. И что теперь? Нужна операция под общим наркозом. Но в этом возрасте существуют высокие риски остановки сердца. А если не делать операцию? Если операцию не делать, скорее всего, останется хромота. Господа, вам решать, вы за или против. Может быть, хромота – это меньшее зло. Не в этом случае. Категорически нет. Нужна операция, будем оперироваться. Папа, это очень... Я не собираюсь хромать до смерти. Но если тебе реально сердце прихватит? Когда они готовы делать операцию? Да хоть завтра, если мы решимся. Значит, мы решились. Лена, я тебя умоляю, поезжай домой. Ты уже сама на пациентку похожа. Никуда я не поеду. Останусь здесь. Кстати, очень удобный стул. Да, ты еще на полу здесь приляг. Поезжай домой, здесь выспаться негде. Завтра будешь с ног валиться. Приедешь завтра, будешь сидеть надо мной. Михаил Степанович, абсолютно вы правы. Лена, поехали, поехали, не будем мешать. Вы давай. Уверены? Дамы и господа, спасибо. Давай, 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 Лена, давай. Всем спасибо, все свободны. Жду завтра с новостями и хирургом. Костя, задержись. На секунду. Присядь. Ну, и что там у нас? Как дела в Праге? Дело движется. Скоро все будет готово. Просто нельзя стоять на месте. Нужно становиться лучше, современнее. Как думаешь, сколько еще времени, чтобы все там до ума довести? Пару недель максимум. С персоналом я уже разобрался, с меню тоже. Только Бориса, видимо, придется заменить. О, опять до ночи работал. Костя, а ты мне скажи, вот у тебя кроме работы какая-нибудь личная жизнь есть? Ну, давай я все-таки тебя отвезу домой. Ну, неизвестно, сколько они еще будут разговаривать. Нет, нет, я дождусь Костю, а ты езжай, езжай. Тебе с утра еще с документами возиться. Подожди, я тебе точно не нужен? Ну, конечно. Тогда пока. Пока. Давай. Тебе 35 лет. У тебя даже постоянной девушки нет. А ты никогда не думал, что в твоем возрасте, извини за тавтологию, пора уже задуматься о наследнике? Дед, ну ты что, 21 век. Сейчас жениться-то поздно, не то что дети. Да, да, конечно, конечно. Да нужно быть гибче, современнее. Послушай, внук. А ведь мне было бы легче идти на операцию, если бы рядом с тобой была правильная женщина. А вот это уже, дед, удар ниже пояса. Ничего. Ты крепкий, ты выдержишь. Ведь если бы твой отец, мой единственный сын, он тогда не женился на твоей матери, кому бы я сегодня передавал в делах? А между прочим, у него в твоем возрасте уже был сын. 10-летний сын – это ты. Дед, ну все, ну хватит уже.
Ну что, у тебя больница так действует, что ли? Ладно, завтра трудный день. Я тебя услышал. Правда. Надеюсь. Ладно, иди. Форс-мажор. Да, за 5 минут управилась. Потом еще с одногруппниками гуляли. Привет. Ну, а ты как? О, пицца. Подожди, вы вроде в ресторане были? Почему пицца? Он не пришел. Может, он прислал вместо себя друга? Сам побоялся сказать мне это в лицо, что я назойливая дама с прицепом. Что? Подожди, этот друг именно так и сказал? При Сашке? Нет, слава богу. Якобы случайно вылил на меня вино, мне на платье. Когда я ушла его смывать, подошел и сказал. Это я виновата. Рано было Гошу с Сашкой знакомить. Да ни в чем ты не виновата. Просто чужие дети никому не нужны. Пора уже как-то без иллюзий жить. Вот как они с нами проводят время. Просто да весело. Так и нам надо. Не рассчитывать ни на кого. Только на себя. Валь, ну, может, по чашечке латте? Впервые в жизни даже кофе не хочется. Ну, тебе сделаю. Хам. Вас не умеют готовить кофе. Какая наглая девица. Илья Денисович. Костя, прошу прощения за поздний звонок, но думаю, лучше, чтобы ты узнал сейчас. Михаил Степанович хочет изменить завещание. Все подробности в клинике утром. Михаил Степанович, значит, пока мы ничего не меняем, правильно? Ну что, у нас есть 2 прекрасных варианта. Старый, новый. Угу. Какой пойдет в ход, будет зависеть от Костиного поведения. Я плохо себя вел, дед. Не оставишь без сладкого? Илюша, оставь нас. Угу. Садись, внук. Так, ну что? Поговорим о девушках. Хорошо, что тебя интересует. Сплетни о поп-звездах, модные тенденции. Нет, сплетни о поп-звездах меня не интересуют. Меня интересует, у тебя сейчас есть девушка? Допустим. Нет, ты не Юли. И прежде чем ответить мне, хорошенько подумай. У тебя есть серьезные отношения? Угу.
Значит, нету. Ну, надеяться на твою добрую волю. Решение вопроса брака и наследника – это дело тухлое. Поэтому мы зайдем с меркантильной стороны. Тебе нравится заниматься нашим бизнесом? Ты же знаешь, что да. Ладненько. Значит, у тебя есть стимул. Стимул к чему? Жениться вам, барин, надо. Жениться. Иначе вечно будете управляющим в семейном бизнесе. Я ясно выразился? Я не понимаю, почему мы не можем подняться в палату? Потому что там Костя. Ну и? Лена, нам лучше им не мешать. Так, Илья. Хорошо. Михаил Степанович очень серьезно отнесся ко всем этим вопросам о вреде анестезии. Не знаю, мне так не показалось. Наоборот, как всегда, очень небрежно отнесся к вопросу о собственном здоровье. А вот и нет. Как раз со вчерашнего вечера только тем и занимаюсь, что выполняю все его поручения, все его записи. Костя! Извини. Извини, спешу, что ты хотела? Да, собственно, ничего, ты же от деда объясни, как он. К нему можно подняться? Уточни врача. Все, пока. Сын, что случилось? Случилось то, что у нашего деда бывают удивительные фантазии. Плохо, что им еще в этом потакают. Мне, наконец, объяснят, что происходит. Я не хочу брать на себя роль гонца, которому рубят голову. А придется. Ой, осторожно. Извините. Как тебе в голову такое пришло? Ты что, ты втихаря сериал, что ли, смотришь? Да ты не бесись. Ты меня знаешь. Решение принято и точка. Ты лучше сейчас не бесись, а подумай, как выполнить условия. Да это же бред. Тут даже думать нечего. А ты не думай. Но помни, не будет выполнено условие в срок, документ вступает в силу в эту же секунду. Ну, послушай, дед. Ну где я тебе за месяц невесту дать? Ну даже если есть девушка, которая мне нравится, но мне хотя бы нужно время, чтобы узнать ее, присмотреться. Узнавай, присматривайся, тебе никто не мешает. Я и сам понимаю, что ты ни сегодня, ни завтра не сделаешь никому предложение. Ну вот я о чем. Тогда к чему весь этот срок в месяц? К чему? А потому что не будь конкретных сроков, извини меня, все бы это было пустая болтовня. Я предлагаю тебе отнестись к этому, как к бизнес-проекту. Понимаешь, у тебя же такая психология. А если тебе не понравится моя исправь? Если бы, да кабы. Во рту выросли грибы. Ты предъяви мне ее. Я и сам понимаю, что ты черт знает кого не приведешь в дом. Тебе в конце концов с ней жить. Давай так. Через неделю, тьфу-тьфу-тьфу, меня выписывают. Есть повод для семейного торжества. Ты приводишь ее на смотрины. Точка!